О, спорт, ты мир. Лозунг старый, но все еще актуальный. Помимо адреналина и эмоций во время просмотра, можно получить массу удовольствия от сопутствующих моментов. Тем более сегодня, когда камеры повсюду. От них не ускользает ни одна мелочь. Такого разогрева перед соревнованиями вы точно не видели. Болельщицы в восторге. Креативное начало. Таким образом, заставить болельщицу плакать от счастья может только Шакил О'Нил. Теперь на ее телефоне есть незабываемый момент. Даже во время приветствия соперницу можно унизить одним лишь взглядом, хотя время покажет, кто из них выше. Женская борьба невероятно увлекательна, особенно некоторые ее приемы. Такое вообще в рамках правил. Сознайтесь, вы ведь тоже считаете, что переодеться таким странным образом могут только представительницы прекрасного пола. Оказывается, Мартина Хингис не только теннисистка, она еще умеет неплохо делать массаж, выравнивать позвонки, ну а потом не прочь пококетничать. Пожалуй, такое могло получиться только в женском футболе. Или в прошлом девушка играла на позиции вратаря, оттого и остались рефлексы ловить мяч руками в штрафной. Если кто-то не верит в мужскую солидарность, то вот оно, доказательство. Когда игроку стало плохо на поле, команда плотно закрыла его кольцом от любопытных глаз и вездесущих камер. Пока команды соревнуются, некоторые соперницы выясняют отношения не самым привычным для баскетбольной площадки образом. Любопытный подход к обезураживанию противника. Такого подвоха от бутылки Маккензи Блэквуд точно не ожидал. В результате хоккеист оказался весь мокрый. Бросок... И внимание, в дело вступает Спайдермен. Немного не получилось, но попытка была эффектной. Иногда игру начинают не игроки, а их жены. Марсель Лосон может гордиться своей второй половинкой. Генезис продемонстрировала настоящий талант. Кажется, пора принимать ее в команду. Выступление пары фигуристов было очень красивым, но неловкое падение после тройного акселя все испортило. Когда идет игра, времени задуматься о том, как падать, попросту нет. А вот камеры не упускают ни одного пикантного момента. Может, все от того, что форма немного непродуманно пошита? Вы думали, что такое происходит только с любителями? Нет, профессионалы бадминтона тоже не застрахованы от неприятностей. Противный валан намертво застрял в ракетке. Забавный случай. Иногда в самый ответственный момент подводит не валан. Тут ракетка решила выйти из игры, заодно лишить владельцу очка и оставить в полной растерянности. Тут страхуешь подругу, а она тебе подставу готовит. Потом еще и обижаться будет, что ее уронили. Судьи тоже люди. Оттого и растерялся старший судья, когда Лара Остин предложила провести проверку перед боем по всем правилам. И у профи бывают досадные проколы. Такую подачу запорола.
Смотреть на трибуны с болельщиками бывает чревато. Можно засмотреться и побежать совершенно в другую сторону. Как результат, потеря первого места и полное разочарование. Легкая разминка перед заплывом может стать веселой, если имеешь немного драйва. Адреналин так и выплескивается наружу. Ей весело, и болельщики в восторге. Вряд ли вам доводилось видеть нечто более странное во время забега. Но вообще ничего особенного. Просто оператор обогнал атлетов, чтобы заснять их спереди. Вот вам и спринтеры. Андреа Петрович тоже не против привлечь внимание. Во время матча она то и дело поднимала теннисное платье или принимала пикантные позы. Что там со счетом, уже никто не помнит. Зато теннисистку запомнили все. С каким вниманием девушка разглядывает спортсмена во время контрольного взвешивания? И не только его, ведь именно это является частью работы. Мечта, а не должность любой девушки. Оригинальный способ отметить забитый гол. Что бы это могло значить? Легкоатлетка Кеннеди Смит известна своей красотой и никогда не упускает возможности попозировать перед камерой. Вот истинная причина того, что под теннисной юбкой всегда надеты шорты. Можно не волноваться о ветре. В такой суматохе ориентироваться сложно даже профессионалам. Оттого и растерялся один из футболистов, неся мяч совершенно не в ту сторону, куда следовало бы. Заметно, как он растерялся, когда это понял. Контрольное взвешивание для этого бойца стало полным сюрпризом. Хотя, кажется, его это вообще никак не напрягло, парень спокойно воспринимает все происходящее. Красотку Еву Марию, явившуюся на ринг в своем обычном костюме, пришлось накрывать полотенцем и отправлять за его пределы. Гламурный стиль не всегда становится удачным решением, если речь идет о спорте. Похоже, на поле играет не футбольная команда, а акробаты. Это просто фантастика, как они не дали мячу упасть на газон за линией. Даже если ты профессиональный прыгун в воду, случаются моменты, когда все идет не по плану. Такой прыжок никак нельзя назвать удачным. Красота прежде всего. Наверное, так думала эта нигерийская спортсменка, надевая парик на ответственные соревнования. То ли крепление оказалось слишком ненадежным, то ли толчок был слишком сильным. В такие моменты приходится выбирать, что важнее – словить мяч или испачкаться хот-догом. Когда эмоции зашкаливают, не мудрена такая реакция. Волейболистка дала подзатыльник подруге, когда они обе не смогли поделить мяч. Правда, тут же пожалела о своей импульсивности и обняла члена команды. Судьи не всегда строги к поведению спортсменов. Каролин Возняцкий, например, творила в тот день на корте все, что хотела, и ей не сказали ни слова. Это было более похоже на шоу, а все потому, что матч был благотворительный. Ни для кого не секрет, что рестлинг – это шоу. И вот как проходят репетиции в данном виде спорта.
Костюм в фигурном катании – элемент крайне важный. И не только эстетика тому причиной. Вот не досмотрел костюмер, и выступление оказалось под угрозой. Хорошо, хоть партнер прикрывал как мог. Очевидно, бой был нелегким. Иначе как объяснить, что во время интервью он настолько эмоционален, что ничего вокруг не замечает и не чувствует, что его локоть оказался слегка не в том месте? Не все болельщики могут и сидеть на месте, когда играет их команда. Правда, не каждый настолько увлечен, чтобы выбегать на поле, как этот мужчина, решивший принять непосредственное участие в матче. Что вы знаете о вредной работе? Тренерские обязанности иногда требуют не просто терпения. Этому тренеру, по всей видимости, его работа также дается тяжело. Серьезная спортсменка? Не спешите с выводами. Дождитесь того мгновения, когда она поймет, что победила. Она и правда радуется, как ребенок. Но что может пойти не так во время исполнения гимна? Оказывается, достаточно одной мимики, чтобы рассмешить всю команду. Теперь вы понимаете, почему разнимать дерущихся женщин мало кто спешит. Если уже не разошлись, не позавидуешь тому, кто станет на их пути, даже если это за пределами ринга. Главная задача маскотов – поднимать настроение зрителям в перерыве спортивного события. У этих ребят получилось настоящее шоу. А хотите еще больше историй? Добро пожаловать на канал «Полет души». Здесь вы окунетесь в атмосферу легкости, уюта и непредсказуемости. Каждый рассказ уникальный, интригующий и очень душевный. Ждем вас на канале и начинаем наш «Полет души». Ссылочка в описании.